зовут? Меня зовут Тима. Андрей. А что вы думаете по поводу видеонаблюдения в клубах? Вот моя мысль такая, что вот последние 3 года я прожил в Нью-Йорке, и из моего опыта видеонаблюдение в клубе, скажем так, засняло определенные моменты, которые, ну, лучше не наблюдать, скажем так, в таких. Ну, это очень пикантные моменты, которые... А зачем это делают? Зачем это делают? Ну, основная идея заключается в том, чтобы контролировать и избегать каких-то негативных моментов, таких как употребление наркотиков в первую очередь. А за игрой какого диджея вы сегодня следите? Это вопрос ближе к Андрею. Знаете, я думаю, стоит посмотреть на всех диджеев, на что они способны, чтобы выбрать и определить лучшего. Но уже все сегодня играли. Кто выделяется на общем фоне? Я проголосую за того, кто был лучше сегодня. Восхитительные люди! Честно говоря, приехал, вообще обняли, приняли. Вообще здесь очень круто! Вот такой замечательный, позитивный парень. А по поводу диджея мы еще не определились, конкурс не закончен. И вот мы лично как бы не решили в плане голосования, за кого мы дадим свои голоса. А у вас есть мания преследования? Мания преследования? Постоянно, абсолютно. Он преследует меня, я преследую его. Он живет не в Беларуси, как ты его преследуешь? Ну, это сложный момент, это сложный момент. Но если честно сказать, вот я лично такого момента не имею. Но я слышал об этом, некоторые люди имеют такой проблем. На самом деле, для этого и создано видеонаблюдение в клубе, чтобы я преследовал его вот с помощью видеонаблюдения. Это хороший ответ, хорошая шутка. Но на самом деле это такой очень специфический аспект, который обсуждать в данном случае может быть не очень корректно, скажем так.